Это было просчитано, я ждал долго. Пока там это, пока там то. Где Алекс? Это да, чисто раш на одну сторону. Вроде да. Алекс, ты где? Ну и урод, конечно. Вот хоть одного оставь, скотина. Вы вообще свали отсюда. Ты уйди. Подожди. Дай я штуку покажу. Стань на графте. Алекс. Стань на это графте, я тебе прикол покажу. Сейчас мне надо только залезть на крышу обязательно. Ай. Алекс, подойди сюда. Если он ответит и начнет разговаривать, спросим у него. Окей. Будешь, пойдешь на один на один? Ты часто в ТДМ играешь? Ты. Просто мы в него вообще не... Ну, то только когда его добавили. Чуть-чуть поиграли и все. А, ты так лохов находишь? Говоришь, го в ТДМ?
И что? А у тебя какой КД? А я свой не помню. Все у тебя продумано. Понятно. Я снайпер. И у меня есть обычный. Тебя не слышно. Стол совсем. Как ты не слышишь? Тебя очень плохо слышно. Ты не знаешь, что ты в школе кончились? Пока, Алекс. И нет. Есть машина? Можем на вызванный дроп поехать. Тебя очень плохо слышно, ты понимаешь это? Я не знаю, почему. Ты что-то поменял? Нет. Значит, это папка. Две ракетницы. Вызвали. Вы представляете? Я беру вазик, забираю вас и поедем на три, на две ракетницы. Чего вдруг? Не, я на ближних дистанциях, сложно мне стреляться. Вот когда играешь 4 пальца, там легче. Проиграл. 19-6? Да. Но я с Грена убил. Кто-то помнит, где эти ракеты были? Нет, мне реально кажется, что это реально не стоит. Не, ну... А, вон они на Жоржополе. Итак, вынужденная пересадка на другой вазик. Как, впритык подъезжаем или чуть-чуть посмотрим? Ну, значит, давай отсюда попробуем. Я их не вижу.
Поехали к ним и сдохнем все вместе. Четвертое скорее, если есть такое слово. Ого, вот это скины. Я вас обью. Вот как я его съел. Еще есть. Он с моей стороны. Но вот почему за зоной ни хрена не видно? Вот за этой штукой. Спасибо. Это какая уже вторая, да? Нет. Not a problem. Есть какой-нибудь пенс на СВ? Или приклад, не знаю. Нет. Очечко. Поехали. Маршрутка собралась, можно ехать. Там дроп летит. Окей. Ай, ай. А, это вызванный что? А, рядом с вызванным. Обычный дроп. Ты прикинь, ты вызвал дроп, а потом на тебя обычный дроп попадает. Это какое везение. А почему бензин так быстро естся?
Надо поискать какой-нибудь канистру. Есть 3x. О, канистра. Еще одна. I got supplies. О, спасибо большое. Четверку скинул. Мне 3x зажимать легче у него. Ну, я так ему чувствительность настроил. Только тот, который нужен. Ну, типа он уже стоит. Сорян. Я заправлю. Там еще один дроп. Куда едем? Можем мост крыть. Да, по мосту этому, скорее всего, поедут. У Алекса вылетело. Говорит, что там машина есть. Пострелять по ним? Не-не-не, садись. Ну, как хочешь. А, лучше слышишь, нет? Мы в погоне. Ты меня слышишь? Да. Вот сейчас хорошо. Ой-ой-ой. Передислокация. Сейчас, секунду. Блять, почему меня убил? Потому что я, блин, отошел за стенку. Дай бог тебе здоровья, Зерен. Не, у меня все равно мало килов. У меня один, тварь. Ты все стилишь. Вообще все застилил. У меня больше. Я знаю. Чуть-чуть. Не сильно. Дать большую аптеку? Нет. Саня, надо? А, ты едешь? Ну, понятно, что с тобой. No. Так ты сказал, что тебе не надо, я такой, ну, ладно. Ладно, я и что, там есть какие-то коробочки халявные? Это не надо. А, ебут. Привыкай. Мы до Аса хотим добраться. Коряк. Там бензома. Да прости, меня. Ой, все. Понял. Да, дай погибнуть. Ты за руль. А, ты тут задорбить меня, пока я подъезжу. Только не прыгай на этой кочке, чтобы меня сбилось. Конфилер. Вон там вот. Там очень много людей. Чем выше звание, тем больше людей. Вообще помнишь, как вот это... Да ну. Ну вообще не, очень не... редко в последнее время потом встречаю. Да, не, не типа они есть. Их запах. Помнишь, их запах? Это пота. Запах пота, да? Там люди. Нет, нет, нет. Прям на дропе люди. 4 даже.
Я застелил чёрта. У тебя полкило. Где? О. Ты дурак? Ай. Откуда? Где ты сидела? Мои крошечные глаза не позволяют мне увидеть чётко. Где они? Ты дурак? Есть прицел какой-то? Шестерка или восьмерка? Блин, там были четверка. Не было шестерка, я просто четверка, как бы. Вот на компе четверка, это просто рай. Где они? Они показались. В смысле? Я вам прям в бошку стреляю, вот. Я стреляю в бошку, но попадаю в холмик. И она попадает в воздух. Да, перед ними. Это я как бы люблю папку. Это папка. Это необъяснимо, но папка. Где вы их, куда вы их стреляете? Ну они прыгают. Еще слева по мне стреляют ДП. Я понял, я их увидел. Как хорошо, что у них не может быть пламегасительными ДП. Дал печи под правые. Я обоим стрелял. Слева дал обоим печи. Я правых прессую. Да вы... Там еще вазик. Ай, ДП даже. Ай. Ни хера себе. Обидно. Не стреляйся с ним. А там я одну, а второй должен быть без. Ай. Да ты пошел, ты знаешь куда? Это как можно так зажать? Ну типа. Ну как бы я понимаю, что у ДП мало. Чувак, не. Тут не было четвертый гадит, я был. ПТБ тоже ничего не смог сделать. Нет, я отвечаю. Я бы вот тех слева убил бы. Они просто стоят. Ну да, они, кстати, просто высунулись. У меня четвертый был. Их зарашка. Была бы шторка хотя бы, я бы, может быть, вырубил. О, видишь, два? Где-то один. Всех восьмерки. Он на улице был. Чувак отдыхает. Видишь там дальний камень? Тоже мне. Дальний камень. Вот за дропом был камень. Метров 100 от дропа. Вот дроп, повернись на 340, где-то 340, да. Нет, это слишком сильно. Вот, левее. А, левее. Да, мы такие себе. Наводчики. Ты украл из моей головы мысль. Грязный ты. Я могу музыку включить? Хочешь музыку включить? Не. Я буду на пианино играть. Давай. Алекс. Это ДП. Ну, он как бы не контрит, да? Он даже против авика все может.
Типа, это ДП. Хорошо. Удачи. Что ты мне скидываешь? Это что? Выходим. Ну давай посмотрим, интересно. Мне просто хочу сказать, вот я бы Савика больше сделал, мне кажется. Ну вот, ну да. Но я бы тоже убил тут. На тебе, да. По лицу. Чувак, у тебя ноги видно. Нет, не видно. Я бы уже с ДП зажал в... А, ну да, не видно. По машине. Я бы... Аккуратно. Показал лицо, и тебе дали шлем. Все, все, все. Точнее, забрали. Ну что это? А, ты еще... Чувак, выгляни сильнее. Выше, выше. Вот, левее. О, ну это не насколько. Не, ниже. А, это ДП. Просто нас всех убило ДП. Это карма. Как это называется?